10 лет кропотливого труда, поиск новых идей и задумок. Итог этой работы – признание творчества молодого художника публикой. Почитателей таланта Александра Салтовца огромное количество. В этом можно было убедиться, посетив открытие 19-й по счету персональной выставки автора. Среди гостей мероприятия есть как искусствоведы, так и просто любители живописи. Вернисаж «Полет в поисках чуда» – новый творческий проект художника. Великая честь выставляться в Бресте, в стенах Брестской крепости. Для меня это очень волнительно. Этот год, 2014 год, это 10-й юбилейный год выставочной деятельности Саши. Это уже 19-я выставка на его счету. Здесь представлено 58 работ. Постоянно отмечаю то, что все работы являются как бы детьми Сашиными и моими в том числе, потому что он к этому идет, он это переживает. Он каждую работу выстрадал, написал. У каждой работы представлена на экспозиции своя история. И несмотря на некую сказочность сюжетов, образы на полотнах все же реалистичны. Кажется, что картины – это застывшие фотографии, а те, кто на них изображен, блуждают по улицам большого города где-то рядом. Скрипка нарисована. Это у меня дедушка играл на скрипке. У меня от него осталась скрипка. Вот она лежала, и я с нее увидел что-то, переделал там на фоне природы, ее какую-то переделал. Или вот «Ледяное царство» у меня тоже знаменитая серия. Тоже когда-то писал картину одну, а на палитре вспыхнуло вот это «Ледяное царство» серия. Ты должен над этим жить, этим дышать, этим просынаться, вставать в поту с этим всем. Это должно тебя постоянно, ты там, за едой, за всем этим. Работы. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Эти слова определенно относятся к Александру Салтовцу. Уже на протяжении нескольких лет активное творчество автора совмещает с преподавательской деятельностью. Ученики мастера берут пример с учителя и мечтают в будущем достичь таких же результатов. В 2012 году Саше была вручена благодарность министра культуры, а также в том же году он стал обладателем специальной премии «Человек года Минщины 2011», то есть по итогам работы за 2011 год. Также он находится на доске почета нашего города. Каждый, кто посетил выставку в день ее открытия, остался под особым впечатлением от творчества Александра Салтовца. Умение автора достучаться до сердец как детей, так и взрослых отмечали многие. Теплый прием в Бресте порадовал молодого художника, и он пообещал, что в будущем еще не раз порадует публику новыми вернисажами. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.